Добрый вечер. В эфире итоговый выпуск «Вести». Карачаево-Черкесия. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с первым заместителем председателя ЦК КПРФ, первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Юрием Афониным. Стороны обсудили взаимодействие органов госвласти Карачаево-Черкесии с членами КПРФ, в том числе в рамках деятельности фракции партии в республиканском парламенте. Было отмечено, что члены регионального отделения КПРФ всегда занимают активную созидательную позицию в вопросах развития региона, поддержки граждан и решения проблемных вопросов. Сегодня перед нами стоят общие национальные цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным по укреплению государственности и безопасности страны, социально-экономическому развитию, поддержке участников СВО и патриотической работе с молодежью. Все они находят отражение в программах всех политических партий страны, в том числе КПРФ. И наше дальнейшее взаимодействие по этим ключевым вопросам – одно из условий успешного развития республики и обеспечения устойчивости нашего государства, отметил Рашид Тимрезов. Всемирный день донора крови объединил неравнодушных людей. Он отмечается с мая 2005 года и посвящен людям, которые добровольно сдают свою кровь для тех, кто в ней нуждается. Праздник отметили на станции переливания крови в Черкесске. Подробности у Али Баташева. Праздник не повод прерывать работу, одним из девизов которой является лозунг «Больше крови, больше жизни». С утра виновники торжества уже в регистратуре и других кабинетах. Медперсонал станции переливания крови проводит необходимые процедуры. За месяц сюда приходит в среднем 500 и более доноров. Ирина Найденова сдает кровь уже 13-й раз. Желание стать донором появилось с момента начала спецоперации на Украине. Я понимаю, что эта кровь не идет солдатам, но чувство долга, наверное, какой-то помощь ближнему, хотя бы такую маленькую лепту преподнести для ближнего. Вот это чувство возникло. 2 года назад я стала донором. Да. Ну, наверное, сострадание к ближнему, помочь. Вот это первое, на первом месте у меня стало. А не больно вообще вся эта процедура проходит? Нет, абсолютно. Если не думать об этом, не больно. При отсутствии медицинских противопоказаний кровь разрешается сдавать раз в 2 месяца, а плазма – 1 раз в месяц. По традиции, в этот день в учреждении проходит церемония награждения. Только вдумайтесь, каждому третьему жителю планеты будет необходимо переливание крови в течение жизни хотя бы 1 раз. Это по статистике. И роль доноров нельзя переоценить. Слово «донор» происходит от латинского «донаре», то есть «дарить». И скольким же людям вы подарили шанс на вторую жизнь на пути к почетному донору? Лицам, сдавшим свою кровь 40 и более раз, в торжественной обстановке вручают нагрудный знак «почетный донор». Так кому-то я 1 раз сдал, кровь нужна была, после этого понравилось как-то, думаю, хоть польза какая-то и на этом. И для себя польза, и для людей тоже, поэтому. У меня сначала муж начал сдавать кровь. Потом, глядя на него, я тоже решила стать донором. Оказывать тоже полезную помощь для людей. Пришлось сдавать тоже знакомым кровь по просьбе. И так, когда вызывают, никогда не отказывалась. Всегда оказываю помощь людям, потому что это очень необходимо. После процедуры сдачи крови можно получить денежное вознаграждение, отгул на работе и другие льготы и выплаты, предусмотренные федеральным и региональным законодательством. Но главным результатом донорства по-прежнему остается восстановление здоровья и спасение жизни людей. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, «Вести», Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии прошел перезапуск общественного штаба по выборам. В новую команду вошли члены общественной палаты, эксперты, юристы, представители медиасферы и уполномоченного по правам человека в Карачаево-Черкесии. В России этой осенью пройдет очередной тур региональных и муниципальных выборов, а также другие избирательные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов российских регионов. Жителям Карачаево-Черкесии также предстоит в сентябре избрать депутатов Народного собрания республики, а еще в этом году –
истекает срок полномочий депутатов ряда советов и дум районов и сельских поселений республики. Следует отметить, что Общественной палате Карачаево-Черкесии также предстоит подготовить несколько сот общественных наблюдателей. Напомним, с 2018 года в регионе осуществлена подготовка более 2000 наблюдателей. Помимо задач, поставленных на ближайшие месяцы, на собрании обсудили итоги совместной работы. Было отмечено, что на выборах президента России общественники сработали весьма слаженно и профессионально, за что и получили благодарности от председателя Общественной палаты Елены Лешовой. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем о мусульманском празднике Курбан-байрам, о заседании по межнациональному согласию и не только. Оставайтесь с нами на телеканале «Россия-1». По Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза. В первой половине ночи в отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 метров в секунду. Днем в отдельных районах сильный дождь, ночью и утром местами туман, ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, в горах местами плюс 8, плюс 13. Днем плюс 23, плюс 28. В горах местами плюс 15, плюс 20 градусов. В Черкесске кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем плюс 26, плюс 28 градусов. Мы продолжаем выпуск. Жители республики отметили один из двух главных мусульманских праздников – Курбан-байрам. За торжественной частью в соборной мечети Карачаево-Черкесии наблюдала наша съемочная группа. Артур Мкце подробнее. Курбан-байрам не имеет постоянной даты. Его празднуют через 70 дней после Ураза-байрама. Этот день напоминает верующим о преданности Аллаху и о его милосердии. Праздничный день начинается с утренней молитвы в мечети. При этом мусульманам необходимо прочесть все 5 молитв, после чего наступает время проповеди, которую читает имам. Затем приходит время праздничного намаза. В соборной мечети его провел муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев. И люди должны в этот день вести себя подобающе. Они должны творить добро, делать людям хорошее, несмотря ни на что. Некоторые начинают злиться, ругаться. Вот этого нельзя допускать вообще. Всевышний создал человека для того, чтобы он творил добро. И вот это вот его предписание надо исполнять и делать. Чего нельзя и что можно делать в праздник Курбан-байрам? В этот день нельзя держать обиду на кого-то, ругаться и сквернословить. Нельзя носить грязную одежду, заниматься тяжелым трудом и скупиться на милостыню и помощь тем, кому это необходимо. Этот праздник, это жертвоприношение, это от Всевышнего. Каждая семья обязана сделать этот жертвоприношение. Кто имеет возможность сделать жертву, вот эту жертвоприношение, они обязаны. Это безаловка от Всевышнего. После коллективного намаза мусульмане переходят к главной части праздника – жертвоприношению. Жертвенное животное выбирается заранее. В течение 2-3 дней его содержат в специальном чистом месте. По правилам, в жертвы можно приносить барана, верблюда или корову. Также необходимо понимать, что принесенный в жертву скот предназначается в первую очередь для почивания близких и друзей, а также для милостыни. Праздник отмечается 3 дня. Верующие дарят подарки, ходят в гости и угощают различными блюдами. Артур Мхце, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. Формирование общероссийской идентичности – основа межнационального согласия. Заседание под таким названием прошло в штабе общественной поддержки Карачаево-Черкесии. О чем говорили и к чему пришли участники собрания, расскажет Алла Качеева. Наша республика, она одна из самых многонациональных республик в нашей многонациональной России. Да? Поэтому вопрос межнациональных отношений, он никогда не будет терять свою актуальность у нас в республике. Это очень тонкий вопрос, который требует самого серьезного, пристального внимания, в связи с чем и мы здесь тоже собрались для того, чтобы
выработать какие-то механизмы налаживания межнациональных гармоничных отношений. Мероприятие проходило в штабе общественной поддержки и организовано Женсоветом Черкесска, Карачаево-Черкесского отделения Общероссийской организации «Союз женщин России». В нем приняли участие представители власти, законодательной и исполнительной, члены общественных организаций, правоохранительных органов, лидеры диаспор. На встрече обсуждались проблемы, пути решения, методы формирования общероссийской гражданской идентичности. Поскольку для всех нас известно, да, наши ребята борются с национализмом, на СВО кто-то погибает, да, то есть не покладая, скажем так, рук, рискуя своими жизнями, своим здоровьем, но у нас внутри, к сожалению, также актуальна эта проблема. Причем здесь, конечно, мер должно быть несколько, причем это должно быть взаимодействие всех слоев населения и всех структур государственных, в том числе федеральных, и региональные должны их дополнять как-то и контролировать. Только вместе мы сила, мы должны взаимодействовать напрямую. Это и есть цель данного мероприятия, это и укрепление межнационального мира, создание среды для всестороннего развития и воспитание традиционных духовно-нравственных отношений новых поколений друг к другу и к окружающему миру. Когда наши народы будут соблюдать свои традиции, обычаи, которые идут издавна, безусловно, будет и межнациональная гармония и согласие. Поэтому законодательный орган может сегодня принять те необходимые законодательные меры, которые смогут в дальнейшем послужить для гармоничного развития своих культур, национальных традиций, обычаев и всего прочего, что связано с национальной идентичностью каждого из народов, проживающих на территории Карачаево-Черкесской республики. Участники круглого стола пришли к выводу, что в современных условиях необходима систематизация и построение новой идеологической платформы патриотического воспитания и формирование культуры межнационального общения. Такой платформой в Карачаево-Черкесии, как в многонациональном регионе, должно стать формирование общероссийской идентичности на основе понимания многообразия культур, народов и своей сопричастности к судьбе страны. Алла Качиева, Мадина Каракетова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. До конца сентября пассажиры общественного транспорта Карачаево-Черкесии могут получить скидку 5 рублей с каждой поездки. Главное условие – оплачивать проезд картой МИР, загруженной в смартфон. Подробности у Артура Мхце. В начале июня платежная система МИР запустила акцию, в рамках которой жители и гости Карачаево-Черкесии могут экономить на транспортных расходах, расплачиваясь за поездки картой МИР с телефона. Предложение продлится 4 месяца, до 30 сентября 2024 года. Местные жители, а также гости республики могут ездить с выгодой в автобусах и троллейбусах, которые оборудованы терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Чтобы пользоваться в общественном транспорте скидкой, надо скачать приложение MirPay на смартфон, работающий на базе Android. После его установки, следуя подсказкам на экране, необходимо загрузить в сервис данные национальной карты. Для оплаты проезда достаточно поднести мобильное устройство к терминалу. За поездку автоматически спишется сумма с учетом скидки в 5 рублей. Чтобы поездка обошлась дешевле, предварительно добавьте вашу карту МИР в один из мобильных платежных сервисов. Например, это может быть созданное специально для национальных карт МИР приложение MirPay. После добавления карты вы можете с включенной NFC-функцией поднести ваш смартфон к терминалу и дождаться прохождения оплаты. В акции участвуют все карты МИР, в том числе виртуальные, выпущенные онлайн в приложении банка. По пластиковым картам МИР скидка на проезд не предоставляется. Я скачал приложение MirPay. Очень удобно. Проезд дешевле намного, на 5 рублей дешевле. Очень удобно, пользуюсь каждый день. Угу. Все оплачено. Для оплаты поднесите телефон к терминалу на пару секунд и дождитесь подтверждения платежа. За поездку автоматически спишется сумма с учетом скидки. Удостовериться, что проезд прошел дешевле, можно в приложении своего банка, в пуш или смс-уведомлении от него. С полными правилами предоставления скидки на проезд и перечнем маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте и в мобильном приложении программы лояльности платежной системы. Артур Мхце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия.
Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии в рамках благотворительной акции «Твори добро» навестили воспитанников специализированного дома ребенка Черкеска. Правоохранители пообщались с воспитателями, узнали, как организован быт малышей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Подполковник полиции Виктория Духина поблагодарила трудовой коллектив за заботу, любовь и внимание к детям. Ваш труд сложно переоценить, ведь именно вы прививаете детям самые важные в жизни правила. Нелегко справиться со всеми, но вам это прекрасно удается. Благодарим вас за терпение и ласковое отношение к малышам, отметила она. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите первую серию фильма «За семью печатями». Всего доброго, до встречи.